Здравствуйте, дорогие друзья, я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я выпекаю чудо-бисквит без разрыхлителя. Замешивать тесто я буду ручным миксером. И я хочу с вами поделиться тем способом, именно взбивание самого теста без разделения яиц, без разрыхлителя. Тот способ, который работает на все 100%, улучшает качество самого бисквита и очень сильно экономит время и нагрузку на миксер. В большую емкость я наливаю кипяток или очень-очень горячую воду. У меня здесь крутой кипяток. Емкость лучше брать пластиковую, чтобы вы не обожглись об нее. И так, чтобы до верха посуды, чтобы горячая вода у вас не доходила. Здесь у меня 8 яиц среднего размера по 50 грамм без скорлупы. Добавляю туда же 2 пакетика ванильного сахара, 16 грамм общий вес. И взбиваю где-то примерно минуту, просто для того, чтобы разошлись желтки. Итак, по прошествии минуты я добавляю туда 20 грамм кукурузного крахмала и также взбиваю примерно минуту. Кукурузный крахмал удерживает влагу в бисквите, бисквит получится более сочным и он менее теряет в весе при выпекании. И 260 грамм сахара я добавляю сейчас порциями туда, примерно в течение 2 минут. И взбиваю теперь. От введения сахара отсчитываем где-то минут 8. То есть, в принципе, процесс взбивания даже меньше получается, чем я бы его взбивала в планетарном миксере. Именно благодаря подогреву. Именно благодаря вот этой горячей воде. Вот такая пышная, устойчивая масса у нас должна получиться в итоге. Масса должна очень отчетливо показывать след от венчика. И вот этот след, он не должен расплываться у нас. Результатом я довольна. Видите, не расплывается след от венчика. И теперь можно уже будет вмешивать муку. Бисквит буквально из нескольких ингредиентов. Здесь 240 грамм муки. Я буду вводить их порциями. И примерно за 5-8 приемов я буду вводить муку. Лопаткой мы все это вмешиваем просеивающими движениями снизу вверх. И очень постепенно, очень бережно все это перемешиваем. В итоге у нас должно получиться вот такое пышное тесто, которое не расплывается, держит форму, оно не должно быть жидким. Духовка у меня уже разогрета на 175 градусов Цельсия. Выпекать буду режим вверх-вниз без конвекции. На среднем уровне в заранее разогретой духовке. Для выпекания я выставила кольца кондитерские без дна на 21 сантиметр и заполняю где-то на 1/3 тестом. В высоту каждое кольцо у меня 8,5 сантиметров. Тесто поднимется более чем вдвое, это без разрыхлителя. Вот именно на горячей воде, если взбиваем, результат получается очень и очень хороший. Ставим сейчас все это в духовку и выпекаем где-то примерно 35-40 минут. У меня прошло около 40 минут. Вот такие идеально ровные бисквиты у меня выпеклись. То есть бисквит получается без отходов. Даем сейчас бисквиту остыть до той степени, пока мы можем хотя бы дотрагиваться до формы. И сразу же вырезаем его из формы. Даем ему сейчас остыть на решетке до комнатной температуры и убираем бисквиты в холодильник на 8 часов. Идеально ровный плоский бисквит получается. И бисквиты эти нуждаются в отдыхе. То есть им где-то перед нарезанием
минимум 8 часов, лучше 12, нужно дать отдохнуть. Сейчас я убираю их в холодильник, их также можно заморозить, и их также можно хранить до месяца в морозилке. Прошла ночь, нарезаю я их кондитерской струной, также их можно нарезать и ножом. Небольшое количество пузырей у них получается, и это при том, что мы взбивали его маломощным ручным миксером и без разрыхлителя. Тонкопористая структура, бисквит получается очень нежный и воздушный. Такие бисквиты нуждаются в пропитке. Ссылки на видео, где я выпекаю различные бисквиты, я оставлю в описании к данному видео. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.